забираю. Живой снаряд. Я не вижу. Вы журналист, вы же так не можете. Камеру опустите. Я могу. Я не вижу, что вы журналист. Опустите. Сейчас я покажу. Камеру. Подождите. Или отверните. Сказали ожидать. Что ожидать? Ну ожидать его входа. На какой территории? Да, во всей комплексе, да. Молодой человек, сейчас придет после Генеральной прокуратуры, он нас все объяснит и будете с ним общаться. Он покажет мне документы, чтобы не было лишних телодвижений. Адвокат Угрин Виктор Николаевич просит представителя прокуратуры. 12. Ожидайте, пожалуйста, куда с ним поднимем заказать. Сегодня с утра начались массовые обыска у членов партии «Украинское объединение патриотов». СБУ задержало и увезло в неизвестном направлении Геннадия Олеговича Корбана, председателя политсовета партии. Взламывают двери, в том числе
в моей общественной приемной. Как вы сейчас наблюдаете, в том числе я не могу, как народный депутат, на лично мне принадлежащем автомобиле выехать. То есть заблокировали весь квартал, причем обыска идут везде. У предпринимателей, которые не имеют никакого отношения к партии, у волонтеров. Пошли по домам, по офисам, по квартирам. Ну, то есть, я не знаю, такого не было, наверное, даже во времена Януковича. Какое основание? Я вам расскажу, как задерживали Корбана. Я лично присутствовал. То есть, по-хитрому, по-подлому, они подошли, начали взламывать двери. Когда я подошел, представился как народный депутат, они сказали, что они преследуют преступника. Потом они пошли звонить мне лично домой, в квартиру, и пытаться взломать мне двери народному депутату. Когда я отвернулся, они взломали двери, забежали, схватили Корбана, увезли и без объяснения причин, увезли в неизвестном направлении. То есть где он сейчас находится? Никто не знает. А основания не показывают? Ухвалу суда? Ничего, ничего не показывали абсолютно. Генеральная прокуратура, СБУ, все люди в балаклавах, ни оснований, ни объяснений, ничего вообще. С чем вы это связываете, какое это расследование? Только политические преследования. Никаких других оснований не может быть вообще. Политические преследования и хороший результат партии на выборах местных. То есть фактически мы попали в 18 облсоветов. Я считаю, что, наверное, Порошенко таким образом передает нам сигнал. Я не понимаю пока какой, но, наверное, сигнал. То есть, ну это вообще, я вам скажу, ну, были, видели, но такого никогда. То есть, когда сразу после выборов начинаются массовые аресты, причем они свезли Альфу со всей страны. Сотрудники Альфы представлены из разных областей. Они, конечно, не представляются, но, в принципе, мы-то видим и знаем. Вот так вот. То есть, это специальная такая тактика, тотальная зачистка. Не хватает ни адвокатов, ни прессы, ничего. Реально тотальная зачистка. Но если они уже пошли к волонтерам, если они делают обыск в Фонде обороны Украины, который на сотни миллионов гривен помогал армии, я не понимаю, это безумие. Я думаю, что кое-кто во властных кабинетах просто сошел с ума. Ну вот видите, пожалуйста, я не могу на собственной машине выехать. Такого никогда не было, даже при Януковиче. Вот вам лицо Порошенко звериное.